Художественный руководитель группы «Волга-Волга» Антон Салакаев рассказал будущим журналистам шоуруме КФУ об истории становления коллектива, который празднует свое 21-летие. Солист коллектива подчеркнул, что 21 год – это в целом переломный момент как в жизни человека, так и в творчестве группы «Волга-Волга». Мы вообще проводим этот год, как сейчас модно говорить, под хэштегами «Хэштег нам 21» и «Хэштег можно все». Есть такое мнение среди людей, в народе бытует, да, то, что 21 год – это тот возраст, когда уже вот действительно вот с этого возраста действительно можно все. Музыкальный коллектив сыграл и спел вместе со студентами песни своего репертуара. Творческая встреча прошла в формате интерактива, где студенты задавали вопросы и интересовались биографией коллектива. Ну, на самом деле, у творческого коллектива цели всегда примерно одни – гастролировать, писать новые песни, записывать альбомы, снимать клипы и показывать это все своим слушателям, своей публике, которые хотели бы увидеть что-то новое. Мы вообще живем с таким девизом «Все только начинается». Денис Панкратов, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз.